Спасибо большое. Спасибо любимой свекрови Людмиле Александровне. Все-таки открылось мне это сообщение. Кто-то написал: «Дима, город больших огней, передай, что я люблю котика на балконе». Котик на балконе, думаю, вы поняли, о ком это. Вот. Со мной тоже потанцуй. И какой-то кулак угрожающий. Я надеюсь, это девушка написала. Ну что ж, вещи у нас еще... А можно секунду? Один вопрос. Секунду? Вот так секунда звучит. Можно тишину? Родительский контроль. Я хочу узнать, есть ли мой сын в зале. Эрик, ты тут? Нет, тише, я не слышу. Ты наушники сними. Нет! Пускай он один крикнет. Это не мой сын. Где? Да в смысле, ты одного сына отправил в зал сидеть? С взрослыми людьми? Мне надо узнать, где он. Сердце волнуется, родительское. О, я понял. Ну что ж, следующая песня, которую мне хотелось бы исполнить, мы ее тоже немножко переделали. Она совсем появилась недавно, где-то полгода назад. Но мы ее тоже решили сыграть сегодня. Называется эта песня «Этой ночью». К сожалению, у нас нету медведя сегодня. Он не смог прийти. И цыгане тоже остались. Их не пустили. Зато бубен у меня есть. Давайте попробуем сделать это вместе. Вот так. Вечной весны. Мне этой ночью с кем-то